Открытый телеканал представляет. К сожалению, многие уходили, но мы не возвращались. День освобождения я прекрасно знаю. Нас с лагеря вывезли в частный дом, мы лежали на полу. 4 дня мы вообще не видели, лежали, не могли подняться. И мы помним, держим постоянно в памяти подвиг наших отцов, дедов, которые погибали, умерли. У меня 2 деда, я их не знал, погибли. Отец с ранами ушел, с осколками жизни. Вот мы сейчас живем в Израиле. Это особая страна, мы здесь все разные. Как вот нас усилило бы вот такое чувство поддержки и дружбы в обычное мирное время? Как бы это помогло нашей стране, как вы думаете? Ну, я думаю, что дружба, она есть. Поддержка тоже видна. Вы видите, сколько здесь людей и как они нас всех поддерживают, да? Вот, и не только нас, и мы их тоже. Да, это, конечно, было, потому что без этого локтя один человек ничего не сделать не может. Поэтому все были как братья. Да, была одна помощь, друзья, мы тоже вместе учились, служили, поддерживали друг друга. Мы друг друга поддерживали, потому что к нам беженцы прибыли с Румынии, и мы их принимали как своих, вместе с нами жили и были в гетто вместе с нами, и вместе с нами радовались, когда нас освободили. Ну, конечно, прежде всего, дружба, поддержка, взаимовыручка, взаимопонимание – это есть залог мира и успеха на земле, в том числе на земле, святой земле Израиля. Мы, например, друг друга поддерживаем, собираемся, праздники все проводим вместе, потому что дома сидеть одиночком нельзя, чтобы они грустили. Мы вот вчера были все на концерте в честь Дня Победы. Объединение очень нужно, и оно есть, и мы это ощущаем. И заботу, и помощь мы ощущаем. И дело в том, что если Израиль и дальше будет так относиться, независимо от нации, от всего, это будет крепкое государство. Что вы пожелаете народу Израиля? Мира, прежде всего. И быть сильным. Военный человек, он прежде всего знает, что такое война. И прежде всего военный человек не хочет, чтобы была война. Поэтому мира, мира и еще раз мира. Спокойствие, мир.